Доброго ранку. Сьогодні до нас завітала майстер водної анімації Ангеліна Золота. Дізнаємося про незвичайну техніку живопису – ебру. Ми не лише поговоримо про неї, але ще й створимо картину. Доброго ранку. Доброе утро. Ангеліно, розкажіть, що являє собою мистецтво ебру взагалі? І давайте, можливо, розпочнемо вже щось створювати. Так, звісно, з радістю, з удовольствием поділюсь секретами, тайнами ебру. Це восточна техніка рисування по воді. Само слово ебру в себе вже несе не такая, такая очень тайная и волшебная, наверное, даже вибрация к тому, потому что переводится как «подобный облаку», «на облаке», «лик воды». И в этом слове достоверного перевода нету, но все названия имеют право быть. И сейчас в нашей Украине уже тоже очень популярна эта техника, набирает очень большой моды, популярности, и мы можем называть и водная живопись, и водное рисование, водная анимация, акваанимация, и детки, и взрослые, все с радостью открывают для себя мир воды, водной стихии, поэтому каждое название имеет место право быть, а техника изначально считается восточной. Мы можем уже прикоснуться к нашей водичке, начинать рисовать. Давайте придумаем с вами тему. У нас вот уже заканчивается наша осень. Я бы предложила, может быть, это будет красивое золотое дерево. Да, так как уже вот зима у нас накануне, поэтому мы просто отдадим дань красивой золотой поре и нарисуем красивое красочное дерево. Так, я погоджусь. Да. Рассказывайте, как это делается. Тогда я вам буду подавать красочки, вы просто прикасайтесь к воде и ставьте капельки. Мы сначала будем рисовать небо. Вот таким вот образом просто прикасайтесь, ставьте точки по всей поверхности. У нас такие интересные инструменты. Это шилки, волшебные палочки, как детки называют. У нас есть краски, которые вымешиваются накануне рисования. Это исключительно натуральные пигменты. Отлично, хорошо. А теперь точно таким же образом, только в каждую капельку попадаете. Да, вы видите, какие, видите, уж красивые, космические открываются у нас такие. Так, действительно, дуже гарно. Будут с вами краски играться. Здесь в технике эбру считается, что 50% рисует вода, и даже, наверное, большую часть рисует водичка. А это внизу, ставьте, пожалуйста. А доля художника – это только передать свой замысел. Вода нам помогает, она подсказывает, и мы должны гибко сонастраиваться, подстраиваться к водичке. И в классических техниках рисования художник своим посылом, своим упорством, трудом может достичь своего результата. Здесь же есть доля импровизации, здесь же есть доля такой легкости, спонтанности. Вот. И результат всегда будет красивым, но немножко не таким, как мы того себя ожидаем. Еще поставьте немножко неба, сейчас увидите, что у нас будет получаться. Еще в технике эбру чем ценность, что каждая картинка является единственной во всем мире, неповторимой. В каждый момент времени капелька открывается по-разному. И воспроизвести даже сам художник никогда не может свою картинку. Поэтому здесь и своего рода и арт-медитация, и релакс, и такое взаимодействие с живой водной стихией, с водичкой. И каждый для себя в этой технике открывает свое. Теперь я попрошу вот из этого сделайте вот туда, обратно, вот так вот капельки поводите, поиграйте с ними. Да, всегда краски могут открываться по-разному. И может быть такое, что красный может рисовать каким-то розовым, синий, наоборот, зеленым, потому как водичка отражает, да, отражает внутреннее настроение, отражает. У нас есть такие еще интересные инструменты. Это вот такой гребешок. Мы можем прочесать воду в буквальном смысле. Давайте. Вот возьмите вот немножко и протяните к себе, видите, какие интересные эффекты получатся. Да, вот видите, о, да. Класс. Прекрасно, очень красиво. И здесь можете сделать вот какие-то вот облачко, покружите, покружите, да. И вот видите, буквально пару минут мы уже создали такие эффекты на воде, которые художник может рисовать полдня, наверное, обычной акварелью, потому как краски, видите, как красиво сыграли. Здесь хорошо, замечательно. Теперь так, мы можем... А фарбы, какие они? Краски исключительно материалы натуральные и природные компоненты. Художник вымешивать накануне рисования. Ой. И в чем магия этой нашей техники волшебной? Это как здесь нету ни грамма синтетики. Вот художник, вот, ну, вот сегодня я к вам ехала на эфир, я полночи мешала для вас красочки готовила. Теперь вот в серединочке постарайтесь, вот поставьте такие вот точки. Да, водичка тоже, она немножко густая, если вы видите, она вымешивается на красной водоросли или на горной колючке. Загущается для того, чтобы мы могли управлять нашей водой, вот, чтобы была не только абстракция, а что-то конкретное, чтобы мы могли нарисовать. Еще раз серединочком попробуйте понять. А где же найти эти материалы, эту водную колючку? Уже есть немножко в Украине продаются краски, но продаются уже готовые материалы. Это такие, ну, для деток, для мастер-классов. Я же работаю исключительно... А теперь попытайтесь вот так вот туда-сюда, туда-сюда, да. Я же работаю исключительно с натуральными материалами, поэтому я все покупаю в Турции, в Стамбуле, на Востоке. Пигменты мешаю, готовлю. И в этом вот, наверное, и вот эта вот непередаваемость такое вот колоссальное, красивое, энергетическое. Да,
вот открытие, то, которое мы видим на водичке. Вот. Ну и что самое интересное, так как водичка считается, вот техника Эбру, что она очищает, смиряет, вырабатывает такую фантазию, открывает творческий потенциал, ресурс. И, наверное, в этом есть то, что краски живые, водичка живая. И каждый человек, даже 5 минут соприкоснувшись с этой техникой, с Эбру, открывает что-то свое. И вот даже на мастер-классах, неважно, там детки или взрослые рисуют. А теперь вот только вот в этой области давайте будем ставить вот такие вот оранжевые, красные, золотые, это наши красивые, будем. Да. Да, открывают что-то свое. Для деток это игра. Мы создаем сказки, мультики анимационные, сказочных героев. Да. Для взрослых даже, может быть, не столь ради картины, а ради самого процесса. Да, можно рисовать на водичке. Ну, я уж в Украине, я 6-й год занимаюсь этой техникой, поэтому мне интересно открывать все новое и новое. Какие-то направления и в Эбру видеть какие-то новые, ближе нашему менталитету, нашим украинским зрителям. Поэтому у нас уже есть концерты. Я рисую водную анимацию с трансляцией на большой экран, да, под классическую музыку. У нас такой же проект есть, водная живость с оркестром. Целый час концерт делать с трансляцией на большой экран. Зрители вот, имеют возможность посмотреть вот такие красивые картины. Да, сказки тоже рисуем. Также можно переводить не только на картины, можно на ткани переводить, на сувениры. Применение как, не только как декоративно-прикладное искусство в этой технике, а очень много направлений. Хорошо, теперь мы можем уже наше деревко создавать. И дерево, такой символ семьи, рода, благополучия, расцвета, очень популярная самая одна из техник. Теперь смотрите, берете и просто вот кружитесь, да, создавайте. Поэтому, я думаю, это будет прекрасный символ, талисман, да, который мы с вами создадим вместе. Корень мы делаем тоже обязательно, может быть, даже такое вот дерево для нашей всей страны мы нарисуем такое. Угу. Да, и смотрите, чтобы было у нас больше, попытайтесь так вот более изящно, вот кончиком острым, вот, вот покружитесь, держите еще, да, продолжайте рисовать. Да, кисточки у нас тоже еще есть, но кисти мы используем в таком необычном ключе, как обычно. Мы не рисуем кистями, а мы просто подаем красочку на воду. Эти кисти я специально для вас привезла показать. Ага, я их покупала так. В Турции, в Стамбуле. Это стебель розы настоящий, а это конский форст. И когда мы набираем, подаем краску набрызгами, то они неимоверно открываются, эти краски создают неимоверные эффекты. Да, ну, я немножко могу показать, каким вот образом вот, вот такой вот в рамках. Да, вот таким вот образом красочки наши открываются. Крапли. Очень красиво. Ой, да, так и на Востоке граница. Считается, что мастер Эбру это не художник, а на самом деле это проводник между воли небес и международной стихии. И только люди, которые чистой душой, чистые помыслами, имеют право рисовать на воде, так как через мастера передается вот действительно весь свет вот на водичку. Mm-hmm. Тогда вот мы возьмем листик, и вот мы просто накладываем вот листик, и то, что я много рисую с детками, я говорю, нужно загадать желание. И желание сбудется только в том случае, если картинка получится. Возьмите, пожалуйста, палочку, и вот можем вот так вот легенько, да, вот, вот таким вот образом. Да. Во избежание воздушных капелечек мы вот немножечко можем вот так вот приложить эту бумагу. Итак, смотрим, что же у нас получилось с первой капли. Так, желание вы загадали? Так, водичка чистая. Ну вот, браво! Ой, ваша красота, класс. Наше золотое дерево, которое получилось. Дерево. Желание сбывается. Наша золотая осень. Мы ее провожаем с такой красивой красочной картинкой. Ваша авторская картина Эбру. Я могу вас похвалить с первой капли. Это просто, ну вот, роскошь. Пані Ангеліно, я вам дякую, що ви прийшли до нас. Ми створили такий шедевр разом. Очень бажаю рада вам... була поділитися волшебством води. Ще натхнення, дякую. Тепер будемо знати, що таке ця техніка Ебру. А я нагадую, що в нашій студії була Ангеліна Золота, майстер Ебру, і ми з нею разом створили чудову осінню картину. Ну, а ми продовжуємо наш ефір.